Мы Петербург, мы единое целое, мы жители Санкт-Петербурга, мы все прекрасно помним, что год назад произошло трагическое событие. Кто-то за минуту до этого был там, кто-то за 10 минут до этого был там, кто-то там проезжает вообще раз в год или там, допустим, 2 года подряд не спускался в метро. Но тем не менее, всех затронула эта трагедия. И чтобы поставить сегодня финальную точку, и чтобы сказать, что мы живы, мы продолжаем жить, в том числе во имя тех людей, мы поставим финальную точку сегодня в концерте песни Александра Яковлевича Розенбаума «Застольные». И помянем в душе своих, помянем. Спасибо.